Газификация села Сростки Бийского района началась еще в 2018 году. Тогда в районе построили межпоселковый газопровод, а после желтую трубу завели в само село. Новая линия протяженностью 20 километров обеспечит ресурсом 710 домовладений. Получается, что теперь жители всего села имеют возможность пустить в свой дом голубое топливо. Газ пришел в Сростки. Много уже мы рассказывали про это. Почти 1400 домовладений сегодня в Сростках получили уже такую возможность подключиться к газу. Это все домовладения, которые есть на территории села. Огромную выражаю и радость за жителей, и, конечно, благодарность нашим газовикам, их подрядчикам. Сейчас в Сростках подключено уже 176 абонентов. Заявки на подключение уже сделали 577 жителей села. Заключено 508 договоров. Оборудование внутри дома жители устанавливают за свой счет. Само подключение к газу бесплатное. На сегодняшний день нам очень важно, чтобы вы приходили в наши офисы, подавали заявление через МФЦ с целью дальнейшей дегазификации собственных домовладений. Потому что голубое топливо – это, безусловно, совершенно другой уровень комфорта. Это удобство. Житель села Сростки Юрий Васильев показывает газовый котел, который теперь будет отапливать все жилище. Рассказывает, с приходом газа все изменилось. Буквально сразу смогли это почувствовать. Носим дрова, уголь засыпаем в котел туда, печку топим, потом вытаскиваем золу. А это сейчас все. Котел запустился, тепло идет. Объем строительства сетей в Алтайском крае с каждым годом растет. В настоящее время на территории региона технически возможно подключение свыше 48 тысяч домовладений. Всего в ходе реализации программы догазификации в Алтайском крае построено практически 920 километров распределительных газопроводов. Порядка 600 километров из них в 2023 году. Дарья Федоркина, Кристина Чернова, Илья Питков. День с толком.